Всем поздрасте. Вот готовимся к новому рыболовному сезону. Заправляем ловушки. Вот это у меня рамочки, которые остались лишние. Заправки. Вот на них пчелки. Остатки меда тырят. Причем пчелки, по-моему, не мои. Те вот соседские где-то. У меня есть сосед, который поставляет мне раи карпатки. Вот они, по-моему, и прилетели ко мне тут хаваться. Вот мои ловушечки подготовленные. Так, значит, у них в основном это ловушки по примеру Геннадия Петрыкина. Вот такие вот. И вот мое самое любимое, самое, короче, уловистое. Это вот такие вот ловушечки. Но у меня есть одно замечание. Вот именно по рыболовству в Подмосковье. Потому что многие говорят, что ловушка должна быть объемом 60 литров, не меньше. Вот видите, у меня вот большая ловушечка, вот рядом поменьше. У меня позади два рыболовных сезона в Подмосковье, 30 километров от Москвы по Риге. И что интересно, вот маленькие ловушки у меня, вот сейчас я заправлял, заметил, все рабочие. Все рабочие ловушечки во всех прилетали раи. Большие вот эти, вот это вот, видим, эта ловушка у меня не сработала. Может быть, из-за того, что вот такая специфика в Подмосковье, раи небольшие, достаточно мелкие раи, и поэтому им удобнее меньшую ловушку заселиться, большая для них, ну, слишком огромная. Вот. Очень часто у меня попадаются и раи лесных пчел, диких. Вот. А они вообще маленькие, они небольшие. То есть улетают как бы так. Есть у меня экспериментальные мои ловушечки. Вот эти вот. В прошлый год я их выкладывал. Они вместо того, чтобы вот такие горизонтальные, они вертикальные. То есть у них, сейчас покажу я чуть попозже. Они вешаются удобно, их очень удобно вешать. Вот, но ни одна из них у меня в прошлый год не сработала. В этом году я провел работу над ошибками, исправил некоторые вещи. В частности, сейчас вот покажу на примере. В частности, убрал излишнюю вентиляцию. Вот у меня здесь излишняя вентиляция. Вот, замазал воском. Сначала подумал, что фанеркой. Нет. И у них, конечно, надо было бы их чуть-чуть подлиннее сделать. Если у меня вообще есть короткие. У них мало места для развития. Здесь вот заходят. И что? И в прошлый год я заправил вот это все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь рамочек все заправил этим сушью. Вот. И ничего, и где они будут развиваться, непонятно, правильно? Поэтому в этом году я сделал вот на этом примере, вот этого сейчас покажу. Вот. Я одну рамочку только поставил, вот, черную сушь. Вот одну такую поставил, серединку. Остальные рамки у меня вот такие. Вот. Вот. Обрезал проеденные. У кого-то кривые какие-то, косые. Вот оставил с этого края, чтобы они тянули. Потому что заправляется ловушка таким образом. А потом она ставится. Вот вертикально, так вот. На дерево. И развитие у них, они, у них развитие вот с этой стороны,
они будут тянуть вниз. Потом, конечно, я, если попадется, дай бог, я их переставлю, поставлю в классическую вариант. Они будут привыкать жить сначала вертикально, потом горизонтально. Эксперимент продолжается. В том году он был неудачный. И в этом году вот работа над ошибками. Если вдруг придут, то обязательно покажу. Пчелки, видите, обрезал плесневелые рамочки. Вот сколько у меня воска осталось. Теперь воск у меня теперь дофигища. Мед бы было бы 2 ведра. Вот было бы хорошо. Вот. Ну все. Начинаем работать по пчелам в этом году. Всем удачи, всем пока.